Здравствуйте, наши дорогие. Здравствуйте, здравствуйте. Итак, мы закончили работу с нашим пуфиком. Это вязаный пуфик, сверху на котором цветочки. Сбоку у нас идет такой зигзаг. Чехол можно снимать. Причем очень удобно то, что пока, например, вы решите постирать вязаный пуфик, замечательно, можно использовать пуфик и без чехла. Да. Он очень легкий. Покажи нашим гостям, какой он легкий. Вот видите, даже детки. Оп! Давай. Даже детки могут спокойно его поднимать. Он очень мягкий, он очень удобный. На нем деткам удобно сидеть, и очень легко детки могут переносить его из комнатки в комнатку. Правда? Да. Очень удобный. Да. Надеюсь, что у вас получится такой же замечательный пуфик. Да. Пока-пока. Пока-пока.